С Роснадзора ушел Онищенко, это не слухи, это уже случившийся факт. Он перешел в другое качество, стал помощником председателя правительства и, по-видимому, будет с учетом своего опыта заниматься этими вопросами. Слухов по этому вопросу очень много, но основной момент, который я так понимаю, есть, он госслужащий, есть некие возрастные вещи и так далее. Поэтому, я думаю, там поставят более молодого специалиста, а опыт Онищенко страна будет и дальше использовать. У него он колоссальный.